Продолжается вечер на Тагил ТВ. В нашей студии появляется гостья Наталья Валерьевна Юрлова, руководитель методического объединения психологов города Нижний Тагил. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим на две темы. Это ЕГЭ для тех, кто к нему готовится, то есть для старшеклассников, и школьные каникулы, соответственно, для тех, кому еще рановато пока сдавать ЕГЭ. Давайте начнем, наверное, с госэкзамена. Потому что актуально и именно старшеклассники испытывают необходимость от какой-то такой помощи именно психологической, чтобы с ними попросту поговорили. Не секрет, что многие родители почему-то очень давят на своих чад тем, что ЕГЭ — это важно, ЕГЭ — это единственное, о чем тебе нужно думать, это все, это некий рубеж. Если все плохо, если ты не сдаешь ЕГЭ, то ты неудачник, ничего в жизни у тебя не получится. Ну, то есть давит, действительно. Как сделать так, чтобы человечек, вот этот маленький, по-другому его еще не назвать, не ощущал себя каким-то изгоем общества, даже если вдруг ЕГЭ он не сдаст? Вы совершенно правы. Вот в вопросе сдачи ЕГЭ очень большую роль играет настрой родителей. Для кого-то это очень важно, и он не может держать, скажем так, в узде собственные эмоции и передает их ребенку. Ребенок всегда чувствует то, что чувствуют родители. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок сдал ЕГЭ успешно, а от спокойствия зависит очень многое при сдаче ЕГЭ, то нужно прежде всего брать себя в руки. Как говорил Карлсон, спокойствие только спокойствие. И это надо говорить прежде всего себе, каждое утро, вставая в этот момент с постели. Спокойствие только спокойствие. И вот в таком спокойном состоянии идти уже к своему чаду. Что касается именно успокоиться, это я абсолютно согласен. Не так давно у меня был экзамен, так сказать, по вождению, да, то есть это, в общем-то, тоже. И многие завалились именно из-за того, что волновались, а не из-за того, что не знали. Вот как совладать с собой? Потому что даже если ребенок выучит все, даже если он все прекрасно знает, он может переволноваться и отвечать неправильно. Как справиться? Кому, ребенку или родителю? А давайте ребенке и родители. Давайте начнем, наверное, для этого есть специальные упражнения психологические. Некоторые из них можно сейчас прямо озвучить. Это, так скажем, экстренная помощь, если ты чувствуешь, что тебя захлестывает вот это тревожное состояние. Но это все вот давно известные методы, то есть напряжение, расслабление, да, то есть сильно-сильно напрячь кулачки, долго-долго подержать и отпустить. И попробовать почувствовать, как тепло потекло по телу, по пальчикам, вот почувствовать это состояние тепла. Можно сильно поднять брови вверх, вот сильно поднять вот так вот все мышцы лица, напрячь, и потом тоже их расслабить, и почувствовать, как хорошо расслабленному лицу. Это можно делать с любыми частями тела, напрягать там руки, ноги, шею, приподнять плечи сильно-сильно высоко, как будто стараетесь плечами достать ушей, тоже их подержать в таком состоянии и расслабить, отпустить. И вы почувствуете, что расслабленное тело, оно постепенно дает расслабление и эмоциям вашим, да, для мозга. А стоит ли применять какие-то препараты, ну, то есть успокоительные, может быть, то есть медикаментозную какую-то помощь? Ну, вообще, мы не советуем применять препараты, особенно если вы их не применяли раньше. То есть, во-первых, воздействие непонятно, как оно на организме отразится. А во-вторых, некоторые препараты могут настолько затормозить, что будет затруднена умственная деятельность. И может результат-то быть плачевным в то этой ситуации. То есть попросту переборщить можно? Да, да. А что-то из популярного, типа глицин, то есть до сих пор используется? Ну, глицин — это препарат не настолько, скажем так, тормозящий. То есть он стимулирует умственную деятельность. На ночь вполне можно глицин применять, он не опасен. С детьми более-менее вроде бы разобрались, да, то есть запоминайте, стоит напрягаться. Эти все упражнения, да, их все надо тренировать, потому что в ситуации самого стресса ребенок о них не вспомнит, не подумает, то есть вот родители могут этим заняться со своим ребенком, устраивать ему сеансы отдыха таким образом, тренировать с ним эти упражнения, чтобы они у него были уже в активном состоянии, то есть он умел ими пользоваться. Пару советов родителям, как не передать свое волнение, никак не волноваться, потому что в любом случае будут волноваться, как не передать свое волнение ребенку? Тренируйтесь перед зеркалом, посмотрите на свое выражение лица, когда вы входите к ребенку в комнату, то есть если там все вот напряжено, все мышцы лица, брови насуплены там, это понятно, передается все. То есть улыбка, потренируйте мышцы лица, упражнение дудочку сделать или улыбку до ушей, вот эти вот, чередовать эти упражнения, они уже расслабляют мышцы лица,
и более естественным становится выражение. Заходите с улыбкой к ребенку, сперва ни о каких ЕГЭ не надо говорить, как себя чувствуешь, как настроение, там, о погоде, о чем угодно поговорить. Переключать ребенка все время и себя в том числе. Стоит ли контролировать процесс подготовки ребенка? Ну, то есть заходить, учишь ли ты, что ты учишь, сколько еще осталось, а почему не учишь? Ну вот с такими вот интонациями вообще не стоит, потому что тут понятно, что идет контроль, причем негативный. То есть подразумевается вторым текстом, ты ничего не делаешь, давай уже что-то делай. А то не сдашь, опять же. То есть идет то же самое запугивание и нагнетание тревожной ситуации. Наблюдайте за ребенком. Если он у вас достаточно хорошо может себя самоорганизовать, то, возможно, тут и не стоит вмешиваться. Если вы видите, что он распределил время, что он отдает время отдыху, что он знает, как учить, то есть знает, как заучивать формулы, там, и там бумажки у него висят там, с формулами, со словами, то есть он умеет это делать, учиться, то лучше и не лезть в этой ситуации. А если вы видите, что он в панике, что он захлебнулся, он лихорадочно листает учебники и делает это совершенно бессистемно, то, конечно, стоит ему помочь, рассказать о том, что хорошо рисовать схемы, хорошо писать план, если хочешь что-то запомнить. Те же там вот трудные слова. А в конце концов написать шпаргалки и не пользоваться ими. Да, это тоже расхожий совет, который мы всегда даем, потому что моторная память, она позволяет запомнить многое из того, что мы не можем запомнить, допустим, на слух или зрительно. Вот опять же способ подготовки тоже может быть разный у людей. Некоторые лучше запоминают, когда им кто-то говорит это, и в этом случае лучше готовиться к экзамену вдвоем, допустим, с лучшим другом, подругой, да, друг другу рассказывая там или читая вслух что-то, обсуждая, задавая вопросы. А кому-то, кого зрительная память, допустим, лучше работает, легче ему это прочитать, да, и запомнить то место, где это было в тексте. И в таком случае эффект будет лучше. Еще такой момент. Вот что говорить ребенку? Как его поддержать морально в том плане, что я вижу пока два варианта. Либо говорить, что если ты не сдашь ЕГЭ, все будет плохо, и вариант какой-то негативный. Но с другой стороны, если ребенку говорит, что ничего страшного, не сдашь ЕГЭ, ну и черт бы с ним, это может расслабить человека, и он будет думать действительно, ну не сдам и не сдам, ничего страшного не случится. То есть как найти компромисс? Ну вот это вот вообще не поддержка, то, о чем вы говорили. Если ты не сдашь, то все будет очень плохо. Дети уже очень сильно напряжены. То есть им в школе ежедневно говорят о том, как страшно ЕГЭ и как плохо будет, если они это все не сдадут. Причем говорят это не один год, а очень давно уже говорят, там, начиная со среднего звена, что им надо готовиться к ЕГЭ и все это выучить, а то все будет очень плохо. Задача родителя как раз в этой ситуации как можно больше уверенности вселить в ребенка. Мы с тобой сделали все, чтобы ты подготовился к ЕГЭ. Я тебе помогу, чем смогу, и все будет хорошо. Ты справишься, я в тебя верю. Вот эти слова, которые надо говорить, причем уверенно. К сожалению, родители не всегда могут помочь. Ну, попросту потому, что родители не учителя, а их этому специально не учили учить, да, и нанимают репетиторов. И частенько получается, что ребенок с утра до ночи занят. То есть утром он там, допустим, в школе, если еще пока идет учебный год, на занятиях днем, вечером он занимается с репетиторами, ночью он там учит что-то еще. Как не перетрудиться? То есть каким образом сделать так? Ну, вообще, нужен ли отдых? То есть как конечно, спланировать? Отдых нужен. Отдых нужен бесспорно, причем вот это вот ритмы эти никто не отменял, то есть 40 минут занимаемся, там 10 отдыхаем и там 5 пьем чай, что-нибудь еще. То есть обязательно после 40 минут работы нужен перерыв, отдых. Это лучше, если да будет переключение какое-то. То есть там позанимался, посуду помыл, пол подтер. Никогда лучше так домашние дела не идут, как в момент подготовки к экзаменам, мы же знаем это. И это действительно дает отдых и переключение. И мозгу отдых дает, и рукам, и телу, всему. Если ребенок не может сам переключиться, то тут как раз могут помочь родители. Там, позвать на прогулку, позвать там на велосипеде прокатиться, допустим. Ну, то есть стоит все-таки распределять свое рабочее время и не относиться так, что раз в год можно и потерпеть, раз в год можно круглосуточно заниматься. Ни в коем случае, потому что у мозга существует режим активности и режим отдыха. Он должен существовать. То есть ваш мозг все равно будет отдыхать, но в тот момент, когда вы этого не ждете и не желаете.
То есть вы стараетесь выучить какой-то очень важный материал, который не знаете, а мозг в этот момент решит отдохнуть, и просто обучение будет неэффективным. Вот даже советуют добавить в момент подготовки режим дневного сна. То есть если он существует 3/4, мы спим ночью, и 1/4 днем. Ну, то есть пару часов подремать. Да, да, да. Потому что появляется как бы два утра, два активных промежутка, когда мозг наиболее активный, и он лучше всего работает, лучше впитывает информацию. Я тоже пытаюсь работодателя убедить в том, что мне полезно 2 часа поспать, и после этого я буду более эффективно работать. Но, к сожалению, не получается. Вы знаете, много было новостей в минувшем году о том, что там дети чуть не до нервного срыва доходили, ну, то есть до грани, скажем так. Как вот родителю понять, что ребенок, ну, буквально на грани, стоит уже обратиться за квалифицированной помощью, именно психологической? То есть как не упустить момент? Ну, смотрите на ребенка, говорить с ним надо. Какие симптомы такие резкие? Потеря аппетита, потеря сна, там, может быть, какие-то добавятся вегетативные, там, дрожание рук, моргание глаз. То есть вот это все надо замечать, наблюдать. Это уже идут изменения на соматическом уровне, когда такое происходит. Конечно, тут надо подключать. То есть если есть какие-то подозрения, что ребенок ведет себя не так, как обычно, то стоит попробовать обратиться за помощью. Да, он в тоскливом состоянии, никогда не улыбается, угрюм. Не может ни о чем говорить, кроме сдачи экзаменов, никуда не ходит, ни с кем не общается. Ну, то есть вот такие, да. Ну, то есть не нужно забивать, скажем так, на жизнь в период подготовки к экзаменам? Совершенно не нужно. И спать тоже надо даже на час больше, чем обычно спит ребенок, чтобы вот структурирование информации по полочкам, оно же во сне тоже происходит, чтобы оно происходило и действительно материал укладывался в голове. Я помню, что в старых-старых книгах писали, что спать нужно 8 часов и прочее. К сожалению, сейчас у многих, как говорится, не получается это сделать. Вообще, изменились ли вот именно в психологии какие-то вот, ну, нормативы, так сказать, сна, когда лучше ложиться, или, как 50 лет назад написали, так все да оно нет, и есть? Нет, ничего не изменилось. Это средний показатель времени для сна. Конечно, он у людей различается. То есть кто-то про себя знает, что ему надо спать больше. Но я, допустим, про себя могу сказать, я редко сплю больше 6 часов. Вот. А кто-то про себя знает, что он высыпается, да, за меньшее количество часов. Это каждый, уже дети 17-летние об этом про себя знают. И они еще знают, кто они, жаворонки или совы. То есть когда им проще работается, вечером или с утра. И вот именно на этот вот момент, когда более активен мозг, надо и планировать самый сложный материал, повторять. С ЕГЭ вроде бы более-менее разобрались. Еще раз, родители, не давите на своего ребенка, не давите, не говорите ему ни в коем случае, что ЕГЭ это некий рубеж, и если не случится, если не сдаст, то ничего у него в жизни не получится. Поддержите свое чадо, все будет хорошо. Действительно, ЕГЭ это просто экзамен. Это этап. Это просто этап, да. Главное он себя в этом убедить родителю, что действительно все возможно. Все возможно изменить, исправить, и есть другие пути. Те дети, которым еще рано сдавать ЕГЭ, они отправляются на каникулы, и это тоже некий стресс для ребенка, для его родителя, и как правильно организовать летний отдых детей. Я думаю, это наша тема вот на ближайшие несколько минут, то есть вторая наша сегодняшняя тема. Вообще, куда лучше отправить ребенка летом? То есть варианты такие стандартные, которые вот мне просто приходят в голову. А, это сидеть дома, ну, грубо говоря, гулять в городе, да, гулять там во дворе. Б, отправить ребенка в лагерь. Вариант там отправить ребенка к бабушке куда-нибудь в деревню, ну, скажем так, за город, но не в компании огромной детей. Ну, и отправиться куда-то за границу вместе с родителями. То есть пока у меня только такие варианты. Как вы считаете, что лучше для ребенка? Ну, вообще смотреть надо, опять же, на ребенка. То есть что лучше для него? Ну, тут, наверное, надо на возраст смотреть ребенка, да? Если у нас ребенок детского сада, еще он в садик ходит, ему тоже хочется летом иметь какой-то отдых. То есть месяцок, там, каждый ребенок мечтает, чтобы его из садика забрали и устроили ему тот самый отдых. Но вот в этот момент отдыха надо не переборщить с маленьким ребенком, дошкольником. То есть чем больше передвижений в течение дня у этого ребенка, тем больше он эмоционально устает. То есть надо уже смотреть,
не переборщили ли вы? Потому что не раз встречалась с тем, что родители жалуются. Я ему такой праздник устроила, я его и туда, и сюда сводила, и тут мы побывали, там посмотрели, а он мне такой скандал вечером устроил. Конечно, устроил, потому что эмоциональная система переутомилась. Ребенок устал. Получается, то, что хотят, скажем так, более взрослые люди, то есть да, как не можно всегда больше впечатлений может не переварить ребенок. Ребенку, да. Ну и тут, конечно, надо не забывать еще о режиме, например, воды. То есть жаркое время суток обязательно воду с собой, потому что... А что касается режима дня, то есть у многих же сбивается на время летних каникул. То есть если в садик, в школу мы привыкли вставать, там, ну, предположим, в 7 утра, я не знаю, во сколько современные дети просыпаются, то на каникулах разрешают спать до скольки угодно и ложиться во сколько угодно. Вообще вот, нормально для детского организма менять там, на 3 месяца свой распорядок? Кардинально, ну, это не причем. Есть хорошо менять кардинально, потому что все равно мы живем в режиме общего как бы графика, да, то есть телепередачи идут в определенные, и не стоит сильно вот нарушать этот режим настолько, чтобы потом было тяжело его менять, потому что менять все равно придется, да, ближе к школе. То есть стоит ребенка будить чуть-чуть дать поблажку утром. Можно, да, насколько вот мы сами готовы к этому, вот. Если мы сами находимся в отпуске, готовы ли мы вставать в 7 утра? Наверное, нет. То есть тогда стоит ребенку поспать. Так же и дети, да, они не готовы вставать в 7 утра, им хочется чуть-чуть поспать. Ну, и что касается вечера, то есть нужно ли отправлять ребенка в кровать или сиди, общайся? В определенное время стоит. Стоит то есть все-таки. Не стоит там позволять ему полночи ходить, бродить. Он сам может не почувствовать период усталости, который уже подошел. А потом это может перейти наоборот в гиперактивность, уже вызванную перенапряжением. Будет трудно его уложить. В два раза труднее будет уложить. Поэтому все равно, ну, там час туда-сюда можно как бы вот сделать поблажку. Ну, но не сильно больше. Большую не стоит, конечно. Вообще, родители обычно не успевают заметить, как их ребенок вырос, так сказать, подрос и уже готов отдыхать один, ну, скажем, в лагере в детском. А есть ли какие-то советы психологические, как подготовить ребенка к поездке в лагерь, к первой, предположим, поездке в лагерь, да, то есть там на 3 недели без родителей остаться? Потому как очень часто дети звонят домой родителям и кричат: «Забери меня отсюда, я здесь не могу». И вот что делать, забирать или сказать: «Терпи». Ну вот вы правильно сказали, готов. То есть вот мы видим, что ребенок готов без нас остаться на 3-4 недели или не готов. Ну никогда же нельзя понять, пока не попробуешь. Ну у нас есть, нам кажется, у нас есть масса отправить. Наблюдений. Мы наблюдали ребенка, когда он в незнакомый коллектив, да, например, приходит, как он себя ведет. Наблюдали, когда он там у бабушки оставался без нас на какое-то время. Насколько мы нужны ему в качестве вот подпитки эмоциональной, насколько часто. Но вообще вот психологи не советуют рано очень отдавать ребенка в загородные лагеря надолго. Рано это? Ну, это вот называют западные психологи 9-10 лет даже. Я знаю, что в нашей стране многие отдают и раньше намного. И это как бы, ну, нормально вроде как переживается детьми, но все-таки... Вот до 9-10 лет очень осторожно смотреть на ребенка, насколько он там себя комфортно чувствует. А что если ребенок позвонил и сказал: «Я тут не могу, забери меня», то есть со всех ног бежать, забирать или потерпеть? Ну, конечно же, приехать надо и разобраться. То есть как минимум? Да, приехать. Как минимум, чтобы высказал все, что накипело, наболело. Может быть, первые дни приезда будут чаще там. Советуют, я знаю, первые 2-3 дня не приезжать воспитатели. Но если вы слышите, что ребенок рыдает в трубку, я бы не смогла, например, не приехать. Посмотреть, с чем связано неудовольствие. Может, коллектив что-то не подобрался, может, с воспитателем поговорить. Что может, можно... его просто убьют. Да, это же тоже вот не редкость, которая встречается. Может, там в палату другую переселить. То есть попытаться ситуацию изменить. Но если она не меняется, то есть ребенок по-прежнему продолжает проситься домой, но я считаю, не стоит портить ребенку отдых, это же все-таки его отдых. И вот еще вы когда говорили отправить в лагерь, чтобы там побыть немножко без ребенка, вот если это является мотивом отправлять в лагерь, ребенок это непременно почувствует. То есть если родитель хочет, скажем так, избавиться на месяцок от ребенка, он это непременно почувствует и будет себя именно так и ощущать. От меня избавились, там родители вот отдыхают, а я им не нужен. Ну, тягостное, да, ощущение. То есть мотивом все равно должно быть наилучшим образом организовать отдых ребенка. То есть выбрать лагерь, о котором хорошие отзывы, где детям не скучно, где все время организуют досуг, где как бы и некогда тосковать по дому.
Вообще, вообще лагеря это хорошо или как? Потому что человек, ну, в принципе, на мой взгляд, это неплохо. Новый коллектив, да, то есть социализируется ребенок, но с другой стороны, новый коллектив для кого-то это стресс. Конечно. Ну, то есть, ну, вообще, лагерь это благо или это уже пережитки какие-то? Мы с вами не решим сейчас, благо это или, или не благо, потому что, я говорю, для всех детей это по-разному, для каждого по-своему. В нем есть много плюсов, то есть ребенок занят полезными, важными делами, он в режиме, он ест, пьет, спит, вовремя ложится. Но есть и минусы некоторые, которые становятся очень важными для людей, которые не могут, допустим, устраивать отношения в новом коллективе. Вот надо смотреть, как ребенок в этой ситуации себя чувствует. А как помочь человеку, вот, который, ну, я не знаю, правильно сейчас скажу, социопат, социофоб, то есть которому тяжело в обществе. То есть в любом случае каким-то образом его нужно готовить, потому что он вырастет, ему придется общаться с незнакомыми людьми. И как подготовить к этому? Как начать вливать его в общество? Ну, начинать с малого, то есть с общения недлительного, да, то есть инициировать это общение. То есть если ребенок не стремится к общению вообще, брать его с собой чаще, да, какие-то коллективы, там, к родственникам своим, друзьям, знакомить, общаться самому. То есть мы сами даем, в принципе, ребенку пример, как себя вести в ситуации общения с другими людьми. То есть примерно то же самое делать, как родители в первый раз приводят ребенка в садик, да? То есть когда там на часик, быть полтора, ним, понемножечку. Быть с ним, да, и потихоньку отпускать его. Конечно, такие эксперименты, как лагерь, тоже они в определенный момент уже становятся нужны. То есть когда мы смотрим, как вообще мы поработали, что получилось, может ли еще сам. Одну тему, которую хотелось бы обсудить, это нынешние дети современные, которые бывает, смотришь на улице, гуляет один одинешенек во дворе, болтается, непонятно чем занимается, потому что он не знает, чем заняться. Это тот человек, который привык проводить все свое время за компьютером. Как быть с такими? То есть некоторые вообще, вот, к примеру, у меня жена педагог, она рассказывала, что общалась с детьми, ну как с детьми, с подростками, которые за зимние каникулы ни разу не выбрались на улицу. Они все каникулы просидели дома, с друзьями общались по скайпу. Что делать с такими? Да, к сожалению, это очень нередкая картина сейчас. И вот в данной ситуации мы можем наблюдать формирование даже зависимости компьютерной и замены, подмены эмоционального общения личного между подростками, именно интернет-общением. Оно имеет массу ограничений. И, допустим, то, что может один ребенок сказать другому в интернете, он бы в лицо, может быть, не сказал. То есть, да и не только ребенок. Да, и не только ребенок. То есть какую-то такую мнимую свободу интернет дает, и это притягательно иногда для подростков. Мы всегда говорим, что стоит ограничивать все-таки время ребенка за компьютером, пока вы это еще можете. То есть придет момент, когда уже не получится, и это будет поздно. То есть все-таки договариваться с ним. Я не говорю ограничивать жестко, договариваться. Да, вот, именно договариваться. Да. Потому что жестко, допустим, 2 часа сидишь, потом идешь гулять на улицу, тоже, наверное, ни к чему хорошему не приведет. Ну да, будет слоняться без дела и никакого удовольствия не получит. Как попробовать организовать вот этот вот городской, скажем так, летний отдых так, чтобы человек хотел пойти на улицу, хотя бы подышать воздухом? Ну, вот сейчас появилось много спортивных площадок в городе, это радует во дворах, и дети проводят с удовольствием на них активно свое время, то есть баскетбол, теннис, волейбол, играют там, настольный теннис. Это тоже важно, что они есть, эти площадки, потому что во времена нашего детства это все было, ну, скажем так, в разрушенном состоянии, и толком негде было погулять, хотя находились. Хотелось бы, чтобы еще появились велосипедные дорожки безопасные, да, в городе, и побольше вот каких-то для роллеров, там, стадионов, может быть, даже крытых. То есть, ну, какую я мысль-то высказываю, что мы должны показать пример, чем можно заняться ребенку помимо компьютера. Может быть, даже не просто иди на улицу, ну, что-нибудь конечно, поделай, а иди конечно. На улицу и попробуй, например, вот этим заняться. Когда дети еще маленькие, вот просто берем ролики и вместе с ними катаемся, да, учим их этому. Теннис играем с ними, волейбол играем, показываем все. Это что можно делать вообще в жизни без компьютера. Те же самые игры настольные, которые в семье, если играют, это очень хорошо. К сожалению, наверное, сейчас это не так распространено. Вы знаете, нынешняя молодежь, да, именно те, кого можно назвать подростками, очень любят настольные игры. Я, скажем так, сталкиваюсь с этим. Действительно, это по-новому возрождается. Появились, да, современные игры интересные, коммуникативные, интерактивные, которые дети с удовольствием играют. Вот даже такие места, как вот антикафе в Арине, где можно только чай пить, да, играть в настольные игры. Хотелось бы, чтобы их побольше было в городе.
И таким образом молодежь уже будет иметь альтернативу, куда пойти, помимо вот компьютерных кафе. А стоит ли родителям рассказать детям о, скажем так, своем летнем отдыхе? Потому что мы с моим коллегой вспоминали, у нас напала на нас ностальгия, мы вспоминали о том, как все дети во дворе чертили квадраты, играли в квадраты, да, играли там в американку, девчонки прыгали на резиночках, я застал еще это время. Даже классики еще чертили. То есть, а нынешние дети, мне кажется, просто не знают этих игр. То есть стоит ли им рассказать и показать на своем примере? Вот именно, что не только рассказать, а стоит показать, как все это было дело. Вот даже мне коллеги рассказывали, что в лагере один раз устроили такой день старых вот дворовых игр, и потом по отзывам было понятно, что это был самый удачный день в лагере, когда все прыгали в резиночки, играли в классики и искали секретики, которые там зарыли под яблонькой. И в частности мы родителям даже иногда устраиваем мозговой штурм, чтобы вы могли рассказать ребенку и сделать с ребенком из своего детства. И там целые списки составить можно, что сделать там. Запускать змея, отпускать шариков. Почему-то не видно в последнее время людей со змеями. Пускать зайчиков там можно, наблюдать за тем, как восходит солнце, как оно заходит, наблюдать за звездами. Вот шарик надуть, отпустить, смотреть, как он летает по комнате. Там от шерстяной шапки натереть шарик при куда-нибудь. Можно на каждый день даже вот себе такой календарь развлечений папы составить. Папы могут вспомнить, как они плавили свинец, как развлекались с карбидом и прочим. Да, а как в ложке сахар вот расплавляли, делали. Делали леденцы. Леденцы делали из сахара. Вообще у нас было интересное детство, нам есть о чем рассказать. Родители, расскажите своим детям о том, чем вы занимались летом. Быть может, ваше чадо захочет заниматься этим же самым, а не сидеть целый день за компьютером. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была психолог Наталья Валерьевна Юрлова.